Новый космодром заработал. Первый старт со второй попытки успешно произведен, но если говорить о развитии, то кажется, еще совсем недавно эта же, по сути, страна делала в космической отрасли гораздо больше, ответственнее и быстрее. А сейчас, что ни новость, то коррупция, сдвиг сроков, неисправность, несоответствующее импортозамещение и так далее. В чем кроется причина этого несоответствия, рассказал накануне ТВ председатель Союза геополитиков России, член-корреспондент Российской академии ракетно-артиллерийских наук Константин Сивков. Это вот как раз подтверждает вот простую вещь, что руководить такими объектами, как Роскосмос, должны профессионалы. Но что только профессионалы могут создать систему надежного контроля за всеми космическими технологиями. Только профессионалы могут специалиста от неспециалиста отделить и понять, кто умеет делать дело, а кто просто надувает щеки. И у нас господин Комаров уже завалил, поставил на грани банкротства АвтоВАЗ. Теперь его поставили руководить Роскосмосом. Что касается господина Рогозина, комментарии излишни, это журналисты. Вот так вот ставят людей туда на принцип личной преданности. В итоге и строительство, и первый запуск, о котором будут вспоминать и говорить, что именно с этого момента началось, все так или иначе связано со скандалами. Эксперт уверен, так оно и будет продолжаться, если не менять элиты и установленные порядки. Нам нужно поднимать не просто отдельный заводик или 10 заводиков, нам нужно поднимать целые отрасли. На создание этих отраслей у Советского Союза ушло 2 десятилетия. Неужели наша капиталистическая, проворованная насквозь, способна превзойти Советский Союз? Ну это же смешно. Космодром Восточный, Русский остров, Олимпиада Сочинская. Это все вехи, которые четко демонстрируют одну простую вещь. Что капитализм, во всяком случае в российском его исполнении, абсолютно несостоятельный строй для 21 века. Что единственным строем, в котором можно было все это жестко контролировать, может быть социализм или может быть даже коммунизм. Но это в будущем. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».